Привет всем! Добрый вечер, друзья! Как нас слышно? Ставьте плюсики! Наконец-таки наши 100 слайдов загрузились. 99. 99 слайдов! А где же сотый, Миша? Не знаю. Ребята, очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это действительно очень мощный праздник, когда мы собираемся поздравить вас всех по итогам прошедшего каталога. И второй каталог, он был настолько классный. В нашей команде много новых званий, новых уровней и достижений. И сегодня мы будем поздравлять всех, всех абсолютно, кто, да, даже сделал что-то, на ваше усмотрение, может быть, не очень много, ребят, но каждое вот маленькое, да, достижение – это еще один шаг на пути к успеху. И делая эти шаги, вы действительно становитесь успешными. Вы знаете, сегодня только услышала такую фразу. Сказали, что все успешные люди, богатые люди, все начинают с нуля, то есть все начинают вообще просто без помощи, без поддержки. Поэтому я вам хочу сказать, что первый шаг вы уже сделали, и вам бурные аплодисменты в вашу честь. И заодно потренируемся, как вы умеете, хлопать, топать, да, свистеть и поддерживать друг друга. Итак, поехали! Сложно добавить уже что-то после лильных наставлений таких прекрасных. И перейдем сразу к цифрам, к результатам каталога номер 2 по нашей команде. Товарооборот команды по России составил без малого 29 тысяч бонусных баллов. Круто. В скобках вы видите данные за каталог номер 1. В денежном эквиваленте 788 тысяч рублей. То есть за 3 недели без малого 800 тысяч рублей наша команда совершила товарооборот такой вот огромный. Продукция Wellness у нас потреблено на 3361 бонусный балл. 361 человек к нам пришли в команду за каталог номер 2. 68 из них совершили свой первый заказ. И 41, обратите внимание на количество, почти, не почти, а в 3 раза превышает, больше, чем в 3 даже, превышает каталог номер 1 результаты. 41 человек, 41 новичок у нас стали квалифицированными рекрутами. И реактивировано у нас 20 человек. Вот с такими данными мы окончили наш каталог номер 2. Супер! И мы с вами заработали приличную такую сумму денег на всех. Это 315 691 рубль. Из них бонусы по премьер-клубу. Ребят, кто в премьере? Ставьте восклицательные знаки. Мы заработали с вами 72 396 рублей. Другие бонусы – это, да, нам, ну, на всякие разные достижение 15 тысяч рублей, и объемная скидка составила 228 295 рублей. О, круто! Мы прям растем. По сравнению с каталогом номер 1, больше чем на 100 тысяч увеличились выплаты для нашей команды. Круто! А товарооборот, да, не сильно вырос, а выплаты выросли сильно. Вообще очень крутые, молодцы! И поздравляем нашего лидера, нашего старшего директора компании Reflame Донскову Лилию с получением бонуса по программе «Мой автомобиль Reflame» 9 тысяч рублей. Круто, спасибо. Максимальный бонус, отмечу. И результаты каталога номер 2. Новые уровни. Ребят, только посмотрите, внизу будет циферка, то, что было в прошлом каталоге. Сверху большая – это то, что в этом каталоге. Итак, 3% уровень, вышли 140 человек по команде. 6%, консультант 6%, появилось 57 человек по всей команде. И на уровень 9% по команде у нас вышли 7 человек, вам бурные аплодисменты. На следующую ступеньку, менеджер 12%, вышли 7 человек. Супер! Страсти накаляются. И на уровень 15% вышло 21 человек. Ребята, представляете, вот какая да. мощь? И на уровень менеджер 18% вышло 15 человек. Юху! Вот это да! И это еще не все. На уровень старший менеджер у нас поднялся мужчина-красавчик Михаил Булавцев. Спасибо. Круто, Миша, поздравляю. Вы знаете, очень радует, что уровни растут с каждым каталогом. И
растут наши доходы. И растут наши доходы. И это еще не все. У нас есть в этом каталоге директор. Закрытое звание директора. Круто. И это Ольга Мальцева уже закрыла квалификацию директора. Оль, мы поздравляем вообще от нашей семьи, вашей семьи огромные поздравления. И, ребят, это круто. Это хорошее начало вашего бизнеса. Главное, продолжайте двигаться вперед, помогайте людям тоже выходить на этот уровень, потому что, ну, быть директором уже, знаете как, это достижение. Это не то, что приятно и амбициозно, это уже и в денежном эквиваленте достаточно хорошо. Правда? Что ты хотел сказать? Я хотел обратить внимание на то, как все заняты ступеньки лестницы успеха. Впервые нашими партнерами заняты все ступеньки лестницы успеха, начиная от консультанта 3%, самые первые ступеньки, и заканчивая директором. Ребят, и впереди еще очень много ступенек, и нам нужно срочно подниматься выше и выше. Не с шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только вместе. А дальше будет еще интереснее, еще прибыльнее, выгоднее, еще больше путешествий будет на вашем пути. Мы готовы, хорошо. Так, что у нас дальше? У меня слайд, по-моему, застрял. Сейчас, погоди. Сейчас. Сейчас, подождите, слайды немножечко у нас прыгают. Лишний раз нажала. Ага, все верно. Итак, программа «Турборост», и в ней тоже есть отличившиеся. Это две очаровательные красоточки, мамочки. Кстати, обе мамочки двоих деток. Это Лукоянова Леночка. Лена, привет! Лена из Казани. Заработала 3000 рублей. Это премия, помимо зарплаты. Лен, хвались, сколько всего денег заработала. Очень интересно, мне кажется, всем. Мы ее позже увидим. Увидим. Да, Лена у нас перепрыгнула, не стала ждать два раза на уровне 12%, сразу перепрыгнула на 15%. И взяла хорошую такую тенденцию, каждый каталог, брать премию по программе «Турборост». И еще один получатель премии по программе «Турборост», тоже мамочка двоих детей из города Саратова, Соломатина Юля, получает премию 1500 рублей за подтверждение уровня менеджер 9%. И так же, как и Елена, Юля не стала сидеть на одном месте и сразу же прыгнула на новую ступеньку, новый уровень менеджер 12%. И уже в этом каталоге при подтверждении, а мы надеемся, что Юля также будет расти, перепрыгивая... Следовать своему наставнику. Да, снова получит премию. Отлично. Ребята, знаете, если вы считаете, что вы не можете, да, кто-то может, то значит, вы тоже можете. Посмотрите, они же такие же обычные девочки, да, как и вы. Двое детишек маленьких – это огромная нагрузка всегда. И мы хотим отметить участников премьер-клуба, людей, которые совершают свыше 150 баллов заказы и получают все премии, бонусы, вознаграждения от компании Oriflame. И по итогам каталога номер 2 у нас их 81 человек, так же, как и в каталоге номер 1, только вырос объем. Объем, который совершили суммарно эти 81 человек, составляет 15818 бонусных баллов, что составляет больше половины от всего товарооборота команды. Вообще так здорово, ребят, молодцы. Я смотрю, у нас в премьер-клубе теперь быть модно, и вы правильно делаете, что сами идете в премьер-клуб и помогаете своим партнерам тоже разобраться в этом. И у нас есть топ-10 по личным заказам. Суммарно топ-10 у нас сделали заказов на 4730 баллов, а в прошлом каталоге это было 3609 баллов, правильно? Да, на 1100 увеличились. 10 человек на 1100 увеличили товарооборот. Вообще очень круто. И давайте посмотрим, кто же эти товарищи.
Мы никак не уступим ступеньку лидирующую, да, пока никому. Надеюсь, нас скоро сместят куда-нибудь на последние места. Да. Я говорю, Миш, ну наконец-то Маша нас сделала. Но нет, Маша опять нас, да, чуть-чуть нас не сделала. И вы видите, сколько баллов сделали мы суммарно. Это 766 личных вместе с Михаилом. Мария Склиренко, 701 балл. Вообще круто. Семейство Воробьевых, Сережа, Оля, 558 баллов. Я спросила, говорю, Сереж, как вы это сделали вообще, как? Он сказал, что он зашел в одну организацию, просто, по-моему, в санэпидемстанцию, и просто положил там каталог. Все, он говорит, посмотри, и там просто посыпались огромное количество заказов. Оля Бальмасова, 521 балл. Гамоля Татьяна, которая, кстати, сегодня у нас дебютировала, шикарное выступление, и я сейчас слушаю записи, слышу, что Танюша не сказала, сколько баллов делает она заказ. Ребят, 439, это только за второй каталог. То есть такой вот крутой результат. Безумовые Сергей и Виктория, 421 бонусный балл. Очень радует то, что у нас в числе топ-10 личные заказы 3 семейные пары. То есть увеличивается количество семейных пар в нашем бизнесе, в нашем интернет-проекте. Петропавлова Василиса, 378 бонусных баллов. Супер. Сидорчук Светлана, 367 бонусных баллов. Исаева Елизавета, 310 бонусных баллов. И Рубцова Алевтина, 269 бонусных баллов. Вообще браво, вот молодцы. Вот такие вот активные у нас партнеры. Круто. И у нас, ребята, прошла первая волна менеджерской конференции, и сейчас объявлена вторая волна. Мы уже знаем, что мы поедем с вами отдыхать в Сочи, в этот прекрасный город России на берегу Черного моря. И уже квалифицировались Михаил Булавцев, старший менеджер, 22%, Виктория Безумова, менеджер, 15%. И благодаря ребятам я тоже поеду, но я думаю, нас поедет очень много, потому что дали нам второй шанс. И огромное количество людей уже прошли первый шаг, и, ребят, вот здесь могут быть ваши фотографии. Только вам решать, быть или не быть. Вы выбираете, поедете вы или не поедете, квалифицируетесь или нет. Да, правильно, Кать, Сочи будут наши, да, Сочи надо брать. Мы очень обрадовались, что эта конференция будет именно в Сочи, потому что у многих маленькие детки, кому-то нельзя вылетать за границу, да, у кого-то проблемы. И многие сказали, как круто, не нужно делать загранник. Ребят, круто, действительно, это будет комфортно, это будет безопасно, это будет родная земля и шикарный, классный просто город курортный, самый лучший в России. Мы двигаемся дальше. И хотим отметить теперь самые высокие выплаты в проекте на каждой ступеньке лестницы успеха. Начинаем с самой первой ступеньки, консультант 3%. И тут у нас лидирует Воробьев Сергей с выплатами 1768 рублей. Самохина Татьяна 1368 рублей. И Мрясова Алена 1274 рубля. Браво! Вообще молодцы! Все такие с детенышами, с маленькими. Уровень 6%. Первенство взяла Василиса Петропавлова 2660 рублей. Сидорчук Светлана 2607 рублей. И Безумов Сергей 1999 рублей. Ну, почти 2. Да, без копеек 2000. Без копеек 2000. Первая менеджерская ступенька, менеджер 9%. Гамоля Татьяна лидирует с выплатами 3382 рубля. Круто. Ган Мария 2824 рубля. И Рубцова Алевтина 2810 рублей. Браво! Браво! Аплодисменты, ребята! Заваливайте чат сообщениями. И следующая ступенька, лидеры среди менеджеров 12%. Первое место занимает Юлия Соломатина 4938 рублей, Безумова Виктория 4011 рублей и Попова Алена 3724 рубля. Ух ты!
Молодцы. Отмечу, что эти выплаты все за 3 недели. То есть, чтобы посчитать в месяц, выплаты будут еще больше, еще интересней. И следующая ступенька — менеджер 15%. И тут у нас лидирует Лукоянова Елена. Ты как раз, Лиль, хотела узнать у Елены, сколько ее выплаты составили? Ого! 8622 рубля. Выплаты Елены по итогам каталога номер 2. Следом идут Салимова Анна, 8320 рублей. И Григорьева Оксана, 1500 рублей. Круто. Ну вы крутышки, молодцы. Буквально. Следующая ступенька — это менеджер 18%. И тут у нас первое место занимает Мария Склиренко, 13 069 рублей. Маша, круто. Вот именно такая зарплата правильная должна быть на этом уровне. Хочу отметить, что очень важно при построении структуры делать равномерные ветки своих партнеров. Да, тогда и зарплата будет хорошая. Нугаев Марат — 7417 рублей. И Бахмутова Олеся — 3568 рублей. Аплодисменты, молодцы. Так, и с огромным удовольствием хочу поздравить команду Татьяны Гамоля. Мы взяли отличный старт, ребята. У меня цель — это в этом году сапфира открыть, как минимум. Это просто, конечно, желательно бриллианты, но сапфир — это минимальная цель. И Татьяна — моя пятая веточка, на которую я обращаю огромное внимание. И вижу, что Татьяна действительно человек, которому можно не только доверять, а с которым очень приятно работать, очень круто. Танюша, личный заказ 338 баллов с командой почти 1000. И у Татьяны 4 квалифицированных рекрута за второй каталог. То есть прошла успешно первый шаг на менеджерскую конференцию в Сочи. Что составляет в 2 раза больше, чем поставленный перед Татьяной план. Да, так держать. И у Танюши в команде родилась новая звездочка, это Верочка Щедрина, уровень 6%. Вера начала работать вместе с мужем Сашей. Ребята такие вообще клевые. Я желаю вам такого мощного, взрывного развития бизнеса, чтобы результаты вас радовали, потому что я знаю, как вы круто можете вот проявиться именно в сетевом маркетинге, именно вот с семьей, и когда одинаковые мысли, одинаковые цели, одинаковое мировоззрение, это очень круто. И вот когда Саша включился в работу, сразу пошел карьерный рост. Смотрите, групповой товарооборот 453 балла, и Верочка прошла первый шаг квалификации на конференцию в Сочи. Супер круто. Да, мужья, когда помогают, это здорово. Ребят, надо вовлекать, девочки, своих мужей, надо вовлекать. И у Танюши в команде еще веточка 3%, Фаткина Лариса с личным заказом 50 баллов и групповой 218. И тоже прошла первый шаг квалификации на конференцию. Я желаю пройти все шаги до конца. И квалифицированные рекруты — это Морозов Александр, Фаткин Алексей, Щедрин Александр и Мартаян Майкл. Аплодисменты. Молодцы, ребята. Супер просто. Вот такая вот активная команда у Гамоли Татьяна. И я передаю Татьяна. Микрофон теперь старшему менеджеру Михаилу Булавцеву. Он сам представит свою команду. Я иногда буду врезаться, можно про некоторых людей рассказывать. Включаться тогда лучше. Включаться. Приветствую еще раз, друзья. Приветствую мои активные партнеры, моя активная команда. И сейчас я подведу итоги работы нашей команды в каталоге номер 2. Мы закончили каталог с результатом без малого 8000 баллов, что составляет почти 50% прирост по отношению к каталогу номер 1. Здорово. Вот с такими вот шикарными результатами мы окончили каталог номер 2. Двигаемся дальше. И я хотел бы поздравить своих активных новичков, которые пришли к нам в каталоге номер 2 и совершили свои активационные заказы. Митрофанов Владимир, Субботкина Елена, Хузиева Альфия, Беляева Евгения, Закирова Динара, Герман Виктория, Галкина Светлана, Лыткина Галина. Я так думаю, список будет бесконечный. Ну, не совсем. Шахова Оксана, Шараева Валентина, Будкина Екатерина, Соловьева Вера, Полуянова Диана, Сазинова Анастасия и Брояка Лидия.
Круто, аплодисменты. Аплодисменты нашим активным новичкам. Двигаемся там дальше. Там же дели, да, мои, конечно, все ваши. Все они наши, да. И хотел бы отметить наши достижения по команде. Поздравляем новых консультантов 3%, а у нас их в команде 33 человека. Вы видите на слайде сейчас... Не будем зачитывать. Да, не будем зачитывать. Можете увидеть, быстренько прочитать, в чьих командах партнеры. Я хочу выделить... Сообщите им, что они стали менеджерами, ой, что они вышли на 3%, и, может быть, они включатся в работу. Я хотел бы выделить отдельно активных партнеров, которые достигли первой ступеньки консультант 3%. Это Панфилова Татьяна с личным заказом 114, групповым 255. И прошла Татьяна у нас первый шаг Татьяна, стартовой программы. Татьяна наша клиентка, она сама к нам попросилась в команду, что очень круто. А Бальмасова Лариса достигла ступеньки консультант 3% с личным заказом 170 бонусных баллов. Винникова Ольга с личным заказом 100 баллов и групповым 225 баллов. Мещерякова Мария с личным заказом 100 баллов и групповым 220 баллов. Манойлова Олеся с личным заказом 150 и групповым 188 баллов. Круто, молодцы. Иванова Галина с личным заказом 74 бонусных балла и групповым 243 балла. Ихошева Алина с личным заказом 68 баллов и групповым 177 бонусных баллов. Вот такие вот активные у нас новички. Двигаемся дальше. Поздравляем консультантов 6%. Всего у нас таких 9 человек. Вы видите на слайдах часть из них. И сейчас мы поздравим отдельных людей еще. Баранова Любовь вышла на уровень 6% с личным заказом 164 и групповым 535 баллов. Соломохина Дарья вышла у нас на новый уровень 6%. И обратите внимание, прирост по отношению к первому каталогу составил 133%. То есть почти в полтора раза больше. Давай, Дашуля, рви этот бизнес. Такими же приростами дальше расти. Петропавлова Василиса вышла на уровень 6%. Обратите внимание, причем такие у нас очень уверенные 6%, 700 бонусных баллов по команде и прирост 334 бонусных процента. Угу. То есть почти в 3,5 раза увеличила результат по отношению к предыдущему каталогу. И Василиса у нас прошла всего лишь второй шаг стартовой программы. Что будет дальше? Фарафонтова Лилия, консультант 6%, тоже с большим приростом 111%. Круто, Лилечка молодчина. И мы двигаемся дальше, поздравляем новых менеджеров 9%. И здесь у нас два человека, мы их с вами поздравим лично. Рубцова Алевтина достигла своего первого менеджерского уровня, менеджер 9%, с групповым заказом 1147 баллов. И прирост тоже потрясающий 134%. Круто, Аля молодчина. И Пономарева Анастасия достигла уровня менеджер 9%. Отмечу, Анастасия у нас прошла второй шаг стартовой программы, то есть два каталога в команде, уже менеджер 9% с групповым заказом 1026 баллов. Вот, это говорит о том, что невозможное возможно. Тоже почти в 2,5 раза увеличила прирост по соотношению к каталогу номер один. И следующая ступенька — менеджеры 12%, и у нас их 7 человек. Часть из них видите на слайдах. Угу. И поздравляем следующих наших активных партнеров. Бородина Анна достигла уровня менеджер 12% с групповым заказом 1802 балла. Тоже прирост составил 50%. То есть, если вы не понимаете, то минус половина получается 9... Сколько? Я уже сам не понимаю. Весь день с этими цифрами. Это много. Ну, примерно 1100 с чем-то у Ани было. Константинова Галина достигла уровня менеджер 12% с личным заказом 53 бонусных балла и групповым 2155 бонусных балла. Тоже прирост 75% составляет.
Соломатина Юля у нас достигла уровня менеджер 12% с групповым заказом без малого 2000 бонусных баллов. Прирост 82%, почти в два раза увеличила. И тоже обратите внимание, Юля прошла в том каталоге третий шаг стартовой программы. То есть три полноценных каталога с нами в команде. И уже менеджер 12%. Потрясающие результаты. Юля сказала, мне надо, у меня есть мечты и цели, поэтому я буду расти. Напомним, Юля, мамочка двоих детей, сейчас в декрете и успевает уделить время проекту. Ну да, старшая девочка первоклашка, а сыночку всего годик. Это, я считаю, нагрузка очень большая. Двигаемся дальше. Поздравляем новых менеджеров 15%. И здесь у нас их 21 человек. Ого. С такими потрясающими результатами. Часть из них вы видите на слайде в списках. Они тоже могут стать активными и начать зарабатывать. И поздравим отдельно Макарову Зинаиду с новым уровнем менеджер 15% и групповым заказом без малого 4400 бонусных баллов. Ой. Григорьеву Оксану. Вот, ну все, заработался. С групповым заказом 4143 бонусных балла. Поздравляем Оксану с таким потрясающим результатом. Целый день слайды делал Миша. Загреценко Татьяна достигла уровня менеджер 15% с личным заказом 151 и групповым 3919 бонусных баллов. И у нас есть менеджеры, новые менеджеры 18%. И здесь их целых 15 человек. Класс. Такое огромное количество. Также часть вы видите на слайде в списке. И поздравим отдельно Глушенкову Оксану с групповым заказом 5403 бонусных балла. Прям уже вот-вот старший менеджер будет. Да, совсем чуть-чуть. Лукаян... Даянову Веру. С уровнем менеджер 18% и групповым заказом 5126 бонусных баллов. Лен, видишь, как это? Мысли уже формируются. Нугаева Марата, нашего активного партнера, нашего видеооператора, поздравляем с новым результатом менеджер 18%, групповым товарооборотом 5003 бонусных балла, и прирост по команде составил за каталог... Никого не пропустил. И поздравляем нового менеджера 15%, Разницыну Наталью из города Пермь, мамочку двоих детей, с групповым результатом 3700 бонусных баллов. И у нас есть новый менеджер 15%, Лукаянова Елена, тоже мамочка двоих детей из города Казань, с групповым заказом 3535 баллов и приростом 82%. Итак, участники премьер-клуба нашей команды. У нас 25 человек с личными заказами от 150 бонусных баллов и выше суммарно совершили заказ на 5026 бонусных баллов. Ого! Почти на 60% от группового товарооборота. То есть обратите внимание, как мы вас и учим совершать личные заказы на 150 баллов и больше. Все участники премьер-клуба у нас получают максимум выплат, точнее все выплаты. И, конечно же, своим примером двигают свою команду. То есть команда дублицирует своих лидеров. Двигаемся дальше. Совсем скоро. Миша всех развеселил. Ну, хватит меня стеснять. Участники премьер-клуба вы видите здесь на слайдах, зачитывать не будем, очень большое количество людей. Кто видит себя, ставьте плюсики, смайлики, восклицательные знаки. Мы очень вами гордимся. Все знакомые фамилии. Конечно же, все знакомые, все наши. И последний, третий слайд с участниками премьер-клуба. Все посмотрели, успели? Да, за всех. И тоже интересная программа, стартовая программа для наших новичков. И сейчас мы объявим участников данной стартовой программы. Первый шаг по нашей команде, в нашей команде прошли 13 человек. Ой.
Кто-то не вовремя. Да, кто-то не вовремя. 13 человек прошли первый шаг стартовой программы. Это Панфилова Татьяна, Иванютина Анна, Абальмасова Лариса, Винникова Ольга, Мещерякова Алина, Мещерякова Мария. Это не однофамильцы. Гузар Валентина, Хабибулина Эльза, Манойлова Олеся, Иванова Галина, Ярулина Резида, Пушина Ирина и Тимина Яна прошли первый шаг стартовой программы. Прошли второй шаг стартовой программы 4 человека. Давайте на них посмотрим. А вы аплодируете, аплодируйте. Кузьмина Екатерина и Мясникова Наталья. Умнички. Пономарева Анастасия и Петропавлова Василиса. Третий шаг стартовой программы у нас прошли 3 человека. Соломатина Юлия, Нуралиева Оксана и Фарафонтова Лилия. Круто, молодцы. Друзья, на этом поздравления моей команды закончились. Супер, спасибо тебе, Миша, огромное. Конечно, шикарное поздравление. Очень много слайдов, вообще катастрофа. А следующая команда у нас будет поздравлять. Команда Ольги Мальцевой. Кто у нас берет микрофон? Аня, да, Говоруха? Анечка, держи микрофон. Мы грузим презентацию. Так. Все, ребят, встречайте следующую команду. А готовится следующая команда Бахматова Олеся. Так, как меня слышно? Ставьте плюсики. Плюс, плюс, плюс. Всем привет, всех поздравляю с новыми достижениями, с новыми уровнями, вообще со всеми праздниками. Я сегодня буду рассказывать вам за несколько команд, вот за Олины все команды. Прежде всего я поздравляю нашу Олю любимую с уровнем директора, что она закрыла его наконец-то. Оля вообще, я считаю, самый крутой директор, она просто уже давно к этому шла и не первый раз. Вот, поэтому я ее поздравляю, просто ура, 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 да, ура, сбылось, спасибо. Оль, спасибо тебе, давайте дальше, быстренько. У нас очень много, потому что много, хочется всех поздравить, листайте. Так, прежде всего, это ключевая команда Олина, вот, это менеджеры. Менеджеры это Оля Егоренко, да, Украина, я, Россия и Маша Склерина. 18% у нас, Маша самая крутая. Вот. И Вика Белая, это с моей команды. Вика Безумова, Наташа, это Машина команда. Классные такие все девчонки. И давайте сейчас будем дальше поздравлять. Листаем. Вот, первый шаг стартовой программы прошли много человек у нас. Это прежде всего Оля Егоренко. Это Анна Острук и Марина Чмаченко. Оля менеджер 12%, а девчонки у нее выше уже менеджер, вернее не выше, а тоже менеджер же Аня 9%, я точно знаю. До пятницы, Лен, ты никуда не спешишь, хорошо, я не буду тарахтеть тогда. Ксения Пачкова, спонсор Наташа Алешина, это Маша Склеренко, команда и Марина Бардакова прошли. Первый шаг стартовой программы, получаете классные наборы, да, вы знаете, это серия «Молоко и мед». Потом Алена Семенова, Юлия Ничева и Галина Сизинцева прошли первый шаг стартовой программы. Дальше. Это все Машина команда. Следующий слайд. Евгений получает наборчик. Это с нашей команды. Арина тот, Евгений Плотников, спонсор Люция Плотникова. Прошли тоже первый шаг стартовой программы. Ура! Мы их поздравляем! Даш, ну может быть это фото и не Галины, но зачем? Еще у нас прошли Любовь Васильева, спонсор Виктория Белая, Виктория Воронина, Оксана Сворова, спонсоры Вика и Света здесь, Света Корнеева. Хорошая у нас, Света у нас прошла уже второй шаг. Вот, как раз сейчас второй шаг стартовой программы. Они получают другой наборчик немножко. Это Елизавета Тайбарей и Анатолий Нефедов. Спонсоры и семья Безумовых. Очень активная семья, сами делают большие заказы, все шаги проходят, и у них такие же и новички. Третий шаг стартовой программы. Слайда одного нет, а Светы не было Корнеевой на втором шаге.
Третий шаг – это Сергей Безумов сам прошел третий шаг. И Татьяна Самохина, спонсор «Семья Воробьевых». Это все структура Вики Безумова и Маши Склеренко. Четвертый шаг стартовой программы – это уже высший уровень, да, это уже люди сотрудничают. Четвертый каталог – Анна Чубарь, Октябрина Ичанга и Аюна Чойжаланцева. Ух, какое красивое имя и фамилия. Это все Мария Ган, новички. Маша тоже очень активная, с Камчатки, плохо интернет тянет, но Маша как хорошо работает, молодец. И кто же у нас поедет в путешествие? Ну, сначала первый шаг, да, первый каталог у нас прошли, ну, очень много человек, мы их всех выписали. Вика Безумова, Машина менеджер 15%, она уже прошла квалификацию на конференцию в Сочи, Вика уже 100% едет. А теперь следующий, да, кандидаты, так скажем, потенциальные участники конференции. Вот смотрите, у Маши это первый слайд, 16 человек, всех перечислять не будем, очень долго, да. И вот сколько уже кюшек, да, и по 5 есть, и по 3 кюшки. 16 человек здесь, вот всего 50 человек у Маши квалифицируют, потенциальные участники. Вы представляете, если все эти люди пройдут, это будет просто бомба. Сколько у них возможностей. Ох, у Маши 75 человек. Я что-то не обратила внимания, когда делали слайды. Ого-го, да. Вот видите, сколько человек может быть. Это моя команда, да, у меня потенциальных участников меньше. Вот, здесь 31 человек. И еще следующий слайдик будет... О, нету что ли его, пропустили. Ладно, у меня 57 человек, вот, точно сказала, вспомнила. Следующий слайд. Сочи, мы займем и Адлер, и пригороды Сочи, мы все займем. Главное, теперь надо всем пройти эти, да, уровни. Дальше поехали. Теперь пошли карьерные уровни. Рост по карьере 3%. У нас очень много новичков прошли 3%. Мы тоже не будем их быстро в Сочи листать. Ой, в Сочи, у меня все в Сочи в голове. Так, листаем слайды. Это Людмила Матвеец, спонсор Мария Скляренко. Марина Бардакова, спонсор Мария Скляренко. У меня уже сын просится в Сочи со мной. Агата Баюра, спонсор Мария Ганна, Юлия Ничева, дальше, да. Ой, что-то это, слайды прыгают, народу много. Были уже Агата и Юлия, были, это Машина веточка, да, были уже 3%. Где мои девочки? Не хотят показываться, тормозит. У меня 3 человека с фотографией прошли уровень 3%. И списочек, которые... Юлия Антипова, это тоже Машины, и Багиля Мухатова. Новый уровень 3%. Это значит, у них, да, баллы от 150 до 449. И вот с моей команды девочки Максименко Любовь, Комиссарова Алла и Лунканова Екатерина. Новый уровень 3%. Ура! Вот, и также вот целый списочек такой, кто тоже прошли уровень 3%. Дальше. Всех поздравляем, всех. Первая ступенька, мне кажется, самая волнительная, 3%. Следующий уровень 6%. Это уже выше ступенька, это уже перед менеджером. Это новый уровень, это Солодкова Анастасия. Настя здесь была. Я ее поздравляю отдельно, потому что Настя у нас включилась уже в рекрутинг. Она уже активная у нас. Консультант, делает заказы, прошла первый шаг, еще она живет в этом же городе, где живу и я. И Битякова Ирина, дальше. Вот, Настя поздравляю. Настя еще и учится на медицинском, целый день занята, еще успевает рекрутировать. Воронина Виктория, Царькова Алена, новые уровни. Дальше. У нас еще столько команд выступает. 2 года назад, да, у нас были покороче, поздравлялки. А сейчас сколько уже у нас? Очень много. Княжева Анастасия, Максимова Оксана, поздравляем. Тоже с уровнем 6%. Были уже Настя с Ирой. И Виктория с Аленой были. Кто-то с комнатой. Лилия Замбровская, Марина Чумаченко. Поздравляем, это Машина команда. Команда Марии Склеренко.
Куделька Олеся и Суворова Оксана. Поздравляем, это моя команда. Девочки, поздравляю всех с новыми уровнями. Так, Машонская Лида, Васильева Любовь, тоже поздравляю всех. Главное теперь всем включиться активно. Фишер Анастасия, Полянская Ирина, всех поздравляю. Новым уровнем 6%, это значит от 450 до 899 баллов. И вот такой списочек, немножко эти тихушники, но мы им отправим всем поздравления и надеемся, что они будут активные консультанты. Дальше. И новый уровень менеджер 9%, это уже ответственность, менеджер 9%, это уже статус. Это Анна Струк и Наталья Дзяздига, простите, это Оля Егоренко, консультант, менеджеры и наш очень хороший рекрутер, очень хороший человек, самый, наверное, активный энерджайзер нашей команде, это Виктория Белая, уровень 9%, у Вики две малышки. Вот, Вика прекрасно готовит, умница. И здесь такой небольшой списочек, тоже уровень новый, 9%. Я всех поздравляю. Ура, ура, ура. И люди, которые вошли в премьер-клуб, самые-самые активные участники, да? Они делают большие заказы, хорошие. На Украине, это украинская команда Оли Егоренко, у них есть бизнес-класс, да? Это туда вошли Марина Чумаченко, Анна Струк и Ольга Егоренко. Это самые большие заказы. Вот, у них немножко по-другому называется. Премьер-клуб Мария Скляренко, личный заказ, 701 балл. Маша, 200 баллов, 9% ты сама себе делаешь. Людмила Викулина, личный заказ, 156 баллов. Наталья Алешина, личный заказ, 156. Наташа здесь, поздравляю, Наташа. Наташа молодец. Яган тоже, на Камчатке живет, 239 баллов. Анна, 160. Виктория Безумова, 154 балла. Ура, всех поздравляю. Вероника Талеева, 182 балла. Ольга Воробьева, 236. И Сергей Воробьев, 322. Вот эта семья работает. Больше 500 баллов заказов. Молодцы. Татьяна Самохина, 249 баллов. Ида Литкова, 196 баллов. Сергей Безумов, 267 баллов. Вот это заказы. Класс. И стремитесь, да, к таким... Премьер-клуб Анна Говоруха, 152 балла, Клавдия Кашева, 150 баллов, Виктория Белая, 150 баллов. Дальше еще три человека. Светлана Корнеева, 152 балла, Люция Плотникова, 157 баллов и Алла Комиссарова, 155 баллов. Ура! Алла первый раз у нас в премьер-клубе, молодец. Поняла все? Тоже живут на Магаданской области, поселок Синегорье, СПО нет, сами девочки получают на почту, молодцы. И лучшие рекрутеры нашего проекта, команды Ольги Мальцевой, это Мария Скляренко, Наталья Алешина, Мария Ган. Смотрите, сколько регистраций умеют делать, молодцы. Алена Рожкова, Людмила Викулина, Виктория Безумова, ура, все регистрируют. Виктория Белая, Корнеева Светлана, Люция Плотникова. Это супер рекрутеры. Это рекруты, это новички, которые сделали первый заказ, разместили. То есть, да, они включились активно в работу, активировали свой кабинет. Все вы их видите, да? Личные заказы, 100 баллов, 49, Ирина Кондакова, Ксения Пашкова, Мария Навартакова, Алена Семенова. Всех поздравляю, всех с новыми званиями, всех с активацией кабинета, менеджеров, консультантов, всех-всех-всех, премьер-клуб, всех поздравляю. И больше всего Олю Мальцеву. Все, у нас слайды закончились. Спасибо. Ура! Давайте начнем, Лили, листать тогда слайды. Это команда Олеся Бахмы, это мой вышестоящий спонсор и менеджеры. Итак, значит, кто в команде у нашей Олеси? Это самые активные люди. И команда менеджера Аллы Корниловой 9%. Значит, Татьяна Челянова, Дарья
Колотая, Елена Окопная, Наталья Лямина. В команде Аллы Корниловой. Лили, стой дальше. Я немножко плоховато знаю других девчат. Это моя команда. Светланы Гагариной 12%. Тут самые активные мои партнеры, мои самые любимые люди, с которыми мы рекрутируем и будем рекрутировать дальше. Команды Алены Поповой, значит, Гнатюк Алексей, Елена Бессонова, Юлия Нигамаева, Алена Карачкова, Эмилия Гайсина, простите, пожалуйста, если я что-то неправильно произнесу, Исакова Виктория и Шарупич Яна, да, правильно сказала? Активные партнеры Алены Поповой. Слайды прыгают, Лили. Это уже дальше. Дальше. Итак, наши рекруты, люди, которые разместили первый заказ. Значит, вот этот список. Акуранова Елена, Алакбарова Тунзула, Демехина Полина, Щедрина Евгения, Пугачева Наталья, Селезнева Ирина, Кулиева Мадина, Драмазанова Самира, Якушева Марина, Казакевич Анастасия, Плюшкевичус Марина, Окопная Елена. Это наши новички, которые разместили первые заказы, активировав тем самым свои личные кабинеты и обеспечив себе как минимум год работы в проекте. Итак, первый шаг. Поздравляем. Прошла Исакова Виктория. 93 балла, я так поняла, просто Вика добрала до 21 дня, успела до конца этого действия, этого срока, чтобы успеть квалифицироваться на первый шаг стартовой программы. И Виктория получает набор из серии «Молоко и мед». Поздравляем, Вика. Спонсор Алена Попова. Поздравляем Шевцову Софью. Сонечку я пригласила в проект. Спонсор Галина Брюханова. Прошла первый шаг стартовой программы. Сонечка тоже умница, активно рекрутирует. Она студентка, она очень красивая девушка, при этом замужем. Вообще умница тоже девочка. Молодец, поздравляем ее. Как нашу команду посетила? Я все сказала, Лена, нас. И мамочка, да, Соня, мамочка тоже. Поздравляем Нагаеву Наденьку с прохождением первого шага стартовой программы. Это еще одна кюшечка в нашей команде. Наденька умница, тоже желаем успехов и активного роста. Молодец девочка, тоже активно обучается и пробует себя в рекрутинге. Поздравляем с первым шагом стартовой программы Щелчева Александра и Чупина Владислава. Это наши молодые люди, мужчины, которые успели квалифицироваться и решили все-таки взять все подарки, все выгоды и да, все бонусы. Да, мужчины молодцы. Это моя активная команда, мои менеджеры и самые активные партнеры. Галина Брюханова, Елена Лизинская, Катюша Осоцкова, Света Седорчук, Сонечка Шевцова, Лилечка, не помню, Васильева Лилечка наша, и Танюша Попова и Людмила Петрова. Вот здесь вот самые активные у нас на слайде. Да, девчонки молодцы, обучаются, идут вперед активно. Я знаю, что у нас Лилечка Васильева очень сильно рекрутирует, умница. И у нас очень большой рекрутинг идет и у Светы, и у Катюши, и у Леночки. И, ну, молодцы все, все молодцы. Молодцы. Всех поздравляю, всех обожаю, всех целую. Поздравляем с первым шагом стартовой программы и новый уровень. Пуглева Лилия. Спонсор Алена Попова. Значит, Лилия сделала лично 119 баллов и групповые 169. 3% первый уровень. Значит, у Лилечки получилось начисление и за личный товарооборот, и за групповой. Это наша девочка Екатерина Борисова тоже прошла первый шаг стартовой программы, и она квалифицировалась на поездку в Сочи. То есть у Катеньки есть все шансы, чтобы поехать в этом году с нами в Сочи и увидеть лидеров, топ-лидеров компании «Арифлейм». Вышла на 3%. Групповые баллы 206 баллов. Дальше. Сочи, ура.
Также поздравляем Людмилу Петрову. Она шикарная, вообще такая шикарная девушка. Я сама лично с ней общалась. Спонсор Светлана Сидорчук. Людочка умница, прошла второй шаг стартовой программы, вышла на уровень 3%. Она тоже активно обучается, рекрутирует и делает личный товарооборот. Людочка, она очень часто посещает вебинары. Молодец, обучается и всегда старается больше изучить, узнать всегда в чате. Активная тоже. Молодец. Что у нас дальше видно? Света Сидорчук, Светлана наша тоже звездочка, самая, одна из самых ярких. Поздравляем, прошла третий шаг стартовой программы. Она у нас всегда в премьер-клубе, у нее личный товарооборот очень хороший, у нее групповой товарооборот хороший. Чуть-чуть до девяточки не дошла. Это Лена Рей, партнер, это Лена ее пригласила, и девчонки молодцы, рекрутируют очень хорошо, очень мощно. Я работаю с комментатором, двоих других выгнала, но одну никак не могу. Да, вы наши активные партнеры, мы тут все вместе. Шикарная картинка. Как раз это моя команда под руководством нашего вышестоящего спонсора, красавицы нашей Олеси Бахмутовой. Вот, да, мы, у нас такая, знаете, визуализация, это наша карта мечты, это наша команда в Сочи. Это все те, кто выполнил первое условие на конференцию. Спасибо, Олеся, за подсказку, все-таки слайды в основном делала ты. Да, Олеся молодец, выделила всех тех, кто прошел первые вот эти все шаги для того, чтобы все-таки попробовать попасть в Сочи. Это будущее, но его же можно реализовать. Конечно, знаете, про подсознание. Вот эту картинку, кстати, Олесь, нам всем дашь, мы себе в рабочем столе разместим. Королева по личным заказам и по wellness. Светлана Сидорчук, личный заказ 367 баллов, wellness 149. Лена Резинская тоже очень активно потребляет wellness, она умничка тоже постоянно, и витамины, и коктейли, и супчики. И всегда-всегда она в премьер-клубе. Молодец, Леночка. Молодец, Светланка. Перелистывай, Лили. Да. Наша Леночка вместе со Светланой королевы по рекрутингу. Очень большой рекрутинг. У них в команде 73 новичка за каталог пришло. В их личной команде. Участники премьер-клуба, 17 партнеров. В общей сумме выплачено 29 187 рублей на всех по премьер-клубу. Бахмутова Олеся, Гагарина Светлана, Соцкова Екатерина, Павлова Екатерина, Марцкевич Надежда. Марцинкевич Надежда, Васильева, Лилия Резинская, Елена Сидорчук, Светлана, Мрясова, Алена, Попова, Алена, Бессонова, Елена, Васин, Владимир, Жилина, Людмила, Левитчук, Яна, Исайлова, Ильнара, Корнилова, Алла, Белозерова, Мария. Молодцы всем. Так держать и обязательно всегда старайтесь быть в премьер-клубе, потому что это самые лучшие все выплаты, бонусы, все плюшки, да, как Лилия называет, это. Вот, знаете, самое такое точное слово. Все, что хотите получить, заходите в премьер-клуб. Тогда вы все обязательно получите. Да, и мясо тоже. Всех поздравляем с успешным завершением каталога номер 2 и желаем в дальнейшем только успешного роста. Всем мощного роста, всем наилучших пожеланий. Вперед и только вперед. Увидимся в Сочи. Я все. До свидания. Так, ну я не дождалась ваших плюсиков, поторопилась, вышли. Сейчас слышно? Ну куда мы? Давайте еще раз проверяем связь. Есть, отлично, отлично. И я представлю команду Анны Салимовой. Это моя веточка, такая уже давняя, любимая Анечка. Сейчас, секунду, у нас сегодня комната вообще шалит, не слушается, слайды прыгают, вы, наверное, заметили, что творится. Нам команда счёт такое «Сердце с любовью». Смотрите, какие все красивые, яркие, сочные. И, конечно же, ребят, я вам желаю всем роста. Заикаемся? Ребята, поставьте от единички до десяти, как нас слышно. А то придется перезаходить. Ты говори дальше.
Слышно, да? Вот смотрите, я вам желаю роста, потому что есть опыт, есть знания, нужно воплощать их в жизнь, да, реализовываться, чтобы зарабатывать деньги. Звук зависает, ё-моё. Рекруты. 7 человек. Вы видите всех на слайде. Давайте мы перезайдем. Подождите секундочку, не уходите. Зайдем заново. Блин, у людей нормально. Там он пишет, что 10, все отлично. Один человек написал 10, и 5 написали, что все плохо. Миш. Лили, 2 человека написали, что отлично, и 2 других. Потом на записи тоже будет плохо. Почему на записи плохо? Ну, вот. Так и было. Я же... Ну, Камтазия записывает, Лили. Ну, записывает. Ну, записывает нас, а не через интернет. Блин, Миш, ты устал, я тоже устал. Давай не будем из-за этого вот. Ну, Резвинская тебе пишет, слайдов нет, слайдов. Миллион раз она тебе напишет, ты ей поставишь. Вот она тебе миллион раз написала, что у нее зависает. Не беси, не беси. Пожалуйста, дай им довести презентацию до конца, потом можешь, что хочешь делать. Потом мне не надо будет. Ну что, поехали. Как нас слышно, ребят? Поставьте плюсики. Как видно, слышно, слайды должны видеть. Важно ведь не просто все пролистать, а чтобы вы нас хорошо слышали. Алло, алло, дайте обратную связь. Есть, да? Отлично. Ну, тогда вперед. Так, ну, пожалуйста. Вроде хорошо. Почему вы прислушиваетесь? А вот так вот лучше? Я микрофончик прибавила чуть-чуть. Ага, есть. И мы поздравляем Олю Амангалиеву с огромным личным заказом 211 баллов. Оля получила скидку суммарно 152 рубля. Олечка, умничка, ты, как всегда, нас радуешь, удивляешь. Супер просто. Участники премьер-клуба, элита, да, команды, таких человек 16. Это сама Бубнова Анна. Вы видите, да, баллы, я не буду перечислять. Григорьева Наташа, Артемова Аня, Мутасова Аня, Бредихина Маргарита, Амангалиева Оля, Исаева Елизавета, Зуева Евгения, Вертей Анна, Никанорова Наталья, Жусупова Алима, Ельчина Татьяна, Мамченкова Анастасия и Николаева Кристина. Вам бурные аплодисменты. Все супер. Команда Кати Бондаренко. Ребят, перечислять всех не буду. Кто видит себя на слайде, смайлики присылайте в чат. Да, смайлики, что вы тут есть, слушаете, смотрите. Команда Ани Вертей и Натальи Григорьевой. Вам бурные тоже овации. Желаем вам быстрее до роста карьерного. Я знаю, что Наташа Григорьева, она мечтает квалифицироваться на конференцию менеджеров. Наташ, у тебя все получится, не отступай никогда от своей мечты. А если нужна какая-то помощь, ты всегда можешь в любое время обратиться. Так, и у нас стартовая программа. Первый шаг прошли Саторова Аня и Исмаилова Юлия. Аплодисменты. Далее у нас Никанорова Наташа, ура, вышла на 6%, круто, 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 и вообще здорово, личный заказ 224 балла, Наташка суперская, смотрите, денежку уже заработала, почти, да, больше 1500 рублей, Наташа, желаем тебе карьерного роста и продвижения вперед. Ребят, хлопаем, хлопаем. И королева продаж Мамченкова Анастасия 170 баллов. И Никанора Наталья 224 балла. Следующая у нас команда Катинич Влады. Посмотрите, кто себя видит. Саша Петрик, я тебя вижу в комнате. Давай, смайлики. Да, молодцы. Хорошая команда. Желаю вам тоже роста. Не засиживайтесь на месте. Смотрите, другие растут, вам тоже нужно расти. Поздравляем Анюту Артемову. Прошла второй шаг стартовой программы с личным заказищем 196 баллов. Вышла сразу на 3% и заработала, ну, почти до 954 рубля. Супер! Премия такая приятная. Особенно приятно, когда заказ делаешь в следующем каталоге. Исаева Елизавета прошла четвертый шаг стартовой программы, вышла на 6%, личный заказ 311 баллов, ого, и заработала порядка 1959 рублей, ого,
как я быстро считаю. И последний слайд у нас такой позитивный. Вы лучшие, всем большое спасибо. Ребят, на этом наши вот слайды закончились. Никого не забыли? Если кого-то забыли, знаете, ребят, что мы вас очень любим и ценим. И, может быть, да, пропустили кого-то, но не специально, однозначно. Наоборот, стараемся всех похвалить, каждого отметить. Да, Миш? Да. Как ваше настроение, ребят? Девочки, мальчики, готовы двигаться к своим целям еще с большим энтузиазмом, чтобы третий каталог он стал еще лучше второго, чтобы четвертый стал лучше третьего, чтобы каждый каталог вы поднимались выше и выше по карьерной лестнице, не засиживались на одном месте и забирали от компании все премии, подарки, ездили в путешествия, на банкеты директоров, чтобы наша команда становилась сильнее, мощнее и больше с каждым днем. Мы вам желаем, чтобы все ваши результаты превзошли все ожидания. Да, спасибо вам за супер работу. Мы вас благодарим за позитив, за преодоление каждый день вот этих вот заморочек, которые происходят, да, и там что-то не получается. И все равно вы все растете. И это же не просто так, это вы действительно не просто настроены, вы делаете. Потому что тот, кто делает, он всегда растет, он не останавливается на месте, он двигается вперед и создает вокруг себя такую мощную энергию позитивную, которая передается всем людям. Станьте, знаете, этаким магнитом, который притягивает к себе. Да? Вы представьте, что вы магнит, который притягивает все хорошее, лидеров в свою команду, позитив, да, успех, огромные заказы, чтобы в вашей команде все люди, все участники вашей команды входили в премьер-клуб. Мы вам желаем вот таких вот классных результатов. Спасибо вам огромное. Ну, мы желаем успехов еще в третьем каталоге. Третий каталог у нас будет еще лучше, чем второй. У нас показывает практика, что каждый следующий каталог у нас еще лучше предыдущего. Давайте двигаться, работать с теми же силами, тем же темпом. И уже через 3 недели мы будем поздравлять вас с новыми званиями, с новыми уровнями и новыми премиями. Да, благодарим всех. И я хочу прям огромное спасибо, низкий поклон нашим менеджерам, которые подготовили такие красивые слайды, с такой душой про каждого рассказали. Это так приятно познакомиться с партнерами, с кем мы работаем, с нашими командами. Ребят, желаю вам всего самого-самого классного, чтобы с каждым днем было еще лучше и лучше. До встречи! Пока-пока! Пока-пока. Сейчас мы вам поставим классное видео. Мотивационное. Сейчас я специально перед началом порылась, поискала видюшки классные. Так. Вот оно. Ребят, это огромная мотивация, потому что то, что вы сейчас делаете, это вы закладываете фундамент в то, чтобы в 2017 году квалифицироваться на золотую конференцию. Вы знаете, Сочи – это разминка, это дегустация конференции будет настоящей, та, которая пройдет на лайнере. И сейчас внимание на экран, зарядитесь вот этим вот мощным позитивом и желанием побывать именно там. Окей? Внимание на экран.